Это очень сложный вопрос, я считаю, что у меня нет ответа, какая национальная идея. Если бы у меня была национальная идея, я бы ее продвигал, и я бы был бы вообще в авангарде борцов за национальную идею. К сожалению, национальная идея во всех странах, во всем мире, это как можно больше комфортнее жить и набить себе карман долларами, и это самое, и хорошо отдыхать, хорошо питаться, то есть рыба ищет где глубже, а человек ищет где лучше. И вот это вот и есть не то чтобы наша национальная идея, это есть просто человеческое устройство. Вот. Поэтому с этим очень трудно как бы чего-то этому противопоставить. Люди все хотят жить хорошо. Вот они хотят жить в счастливой стране, и чтобы экономика была. Вот и будет экономика, будет и все нормально. А у нас как бы поэтому прятаться за какие-то национальные идеи не стоит. Мне кажется, надо хорошо всем работать, каждому на своем месте. Надо развивать промышленность внутреннюю, надо это самое, бороться с коррупцией, это самое. И надо слушать хорошую музыку. Вот тебе будет хорошая национальная идея.